У выездной палатки в Балаклаве очередь. Владимир впервые прививает домашних любимцев котов Чижика и Филю. Говорит, безопасность превыше всего. Важность очень большая, потому что мы живем с животными. В летний период живем на даче. И, естественно, любой укус – это чревато здоровьем. Поэтому лучше они будут привиты, и мы будем себя чувствовать прекрасно. 21 марта ветеринары работали по трем адресам – в районе остановки генерала Лебедя и в Балаклаве. За первый день привили около 300 животных. Это федеральная программа, плановые мероприятия. Государством выделена вакцина. Порядка за год будет привито около 9 тысяч животных, собак, кошек и других плотоядных. Животным вводится антирабическая вакцина в область холки. После процедуры, после завершения процедуры, соответственно, заполняется ветеринарный паспорт и выдается справочка установленного образца, пропечатанная, которая свидетельствует о том, что животное вакцинировано. Такая справочка действительно в течение года на срок действия вакцины. Ветеринары говорят, бешенство – серьезная болезнь, может привести к летальному исходу. Поэтому проводить профилактику крайне важно. Делать прививки питомцев можно начиная с двухмесячного возраста. Тем, кто не успел сделать это сегодня, расстраиваться не стоит. Бесплатно животных прививают и в государственных ветеринарных пунктах по пятницам. Стационарные наши участковые ветеринарные лечебницы расположены на улице Могилевская, 16, и на северной стороне на улице Челюскинцев. Поэтому вакцинация будет проводиться в рабочее время с 9 до 5 вечера, до 17:00. В ближайшее время специалисты проведут выездные приемы во всех районах города. Елена Корнухова, Дмитрий Долгов, информационный канал Севастополя.